Готовим люля-кебаб в лаваше. Разожгли костерчик, накинули углей, подготовим. У нас фарш говяжий. 2 килограмма говяжьего фарша. Я сам взял мясо и перекрутил. Добавил туда курдючного жира, 200 грамм. Пару луковиц, немного помидор, чуть-чуть зелени, лаваш, соль, перец, уксус. Все по-простому и очень-очень вкусно. Приступим. Лук мы сполоснем холодной водой и зальем немного 6% уксуса. Нарежем кинзу мелко-мелко. Кинзу добавим в фарш. Обязательно посолим. Поперчим фарш. Зальем уксусом лук. Дадим настояться. Фарш с кинзой хорошенько перемешать. Прям хорошенько. Все, фарш готов. Сейчас будем Солнышко за тучки уходит, а мы вот шашлындос все жарим.
Я уже запах и вкус этого шашлыка чувствую вот здесь, вот здесь, вот и вот здесь вот. А пока наш шашлындос жарится, вот я вам мельком покажу хозяйство. Уток будем скоро есть. И сейчас я вам покажу. Вот они, утички. Утички, ути, ути, ути. Ути через 2 недели будут уже готовы. Максимум месяц, и уже можно их есть. Это у нас козы. И вот он еще один готов. Готов к осени накормить нас своим вкусным мясом. Да, деточки? Вот, все это хозяйство у моей тещи. Вот, а еще у меня еще есть там в деревне, у моих родителей еще есть хозяйство. И там бараны, козы. Вот, ну, курей не успел взять. О, шашлык что-то не сгорел, побегал. Сразу по 2 штуки. Сюда. Ребята, у меня здесь есть соус. Я уже его приготовил. Вот, тут в остатке сметаны. Я долил немножко кетчупа, майонеза и горчицы. И все. Обычный соус. Очень вкусный. Мой любимый. Кичунес. Кичунес. Все, шаурмечка наша почти готова. Приправим немножко. Лучок. Пару салатиков. Самое главное, наш соус сенсо. Пока доготавливается наш люляшечки, мы попробуем. Нормально. Просто огонь. Готовим дальше. Ути тоже люди.
Миша, это ваши. Так надо же было. Что надо было? Надо было поесть просто и все. По чуть-чуть, но всем. Да? Этот лаваш, че как он там называется? Шаурма. О. А не то, что я там хаваешь, непонятно че. О, тут даже кинзушка осталась. Можно еще кинзушки добавить. Да ладно, нормально. Крайняя самая большая для папы. Да. Папа может себе, конечно, позволить. Да, соус, конечно, вообще огонь. Соус, говорю, вообще огонь. Правда, у меня салатика почти не осталось, но не страшно. Я и без салатика приточу это все. Вот это. Остатки в сладкий. У вас есть дома хрюшка? У нас тоже есть. Ну, а это дело я вот люблю. Вот так вот. Ну. Сыном, Бео. Анна. На. Попал на улицу. Всем приятного аппетита, друзья!